Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и это видео называется «Начинаю наказывать халявщиков». Ребята, пошло большое движение, два месяца прошло, я посмотрел, я в криптохенте два месяца. Мне много раз предлагали в клоны пойти еще куда-то, в какие-то проекты дополнительные еще. Или, ребята, я не хожу, смотрите, всего участников 40 тысяч человек. Криптохенс растет и крепчает, и мы выходим уже на международный уровень. Да, два месяца – это просто запуск еще был. Я зашел 30 июня, 5 июля я запустился именно вот это, вы видите, мой первый кабинет. Но что я хотел вам сейчас показать? Хотел я показать вам свою структуру, которая у меня выстроилась. Конечно, есть еще... другое отображение структуры, но я покажу вам чуть-чуть другую структуру с старым отображением, в старом виде. Сейчас она прогрузится, прогружается очень долго, потому что людей очень много. Давайте посмотрим вообще, что тут происходит в моей структуре. Вот структура прогрузилась при вас практически. Разворачиваем все. Смотрите, как выстраивается структура. Что хочу сказать, вот этот хвостик небольшой, вот этот хвостик, который образовался, вы знаете, что структура здесь строится слева направо. И предупреждаю сразу вот этих людей, которые здесь у меня встали, которые у меня здесь встали, стоят, ничего не делают. Ребята, скоро я вас буду наказывать и наказывать буду на... вполне приличные суммы. А сумма это будет обозначать 1.35 эфира. Можете калькулятор взять и посчитать, сколько это будет. Вы готовы упустить 300 баксов ради вашей линии, ради того, что вы здесь не стали продвигаться? Вы получили от меня там 0.15, вы получили от меня еще 0.15, вывели денежки, молодцы, купили колбасы, там еще куда-то зашли, может быть, а может просто колбасы купили. Вот этот хвостик я начинаю развивать, активно начинаю развивать. И здесь люди, которые зашли на 0.05, на 0.015 и дальше не пошли. Ребят, предупреждаю сразу, начинаю наказывать. И буквально на днях кто-то из вас получит упущенный платеж в размере 1.35 эфира. Больше я предупреждать не буду. Либо заходите, активируйте свои кабинеты до 4 уровня, либо слезно потом будете заходить в кабинет и смотреть, как у вас в кошельках, в вашем кабинете показана упущенная прибыль. Минус 300 баксов. Я думаю, если вас это не возбудит, это ваши личные дела. На этом заканчиваю. Все, кто заходил до этого и куда-то убежал, куда-то пропал, обязательно напишите мне по контактным данным, которые найдете под этим видео. Мы с вами свяжемся и будем решать, что мы будем делать с вами дальше. Но наказывать, я уже говорил, что наказывать буду. Я буду наказывать вас. На 300 долларов для начала. Но там этих переводов будет намного больше. Это уже не 300 долларов, а может все 3000 долларов. На этом заканчиваю. CryptoHands. Другой альтернативы нет. Всем привет.